Иран планирует начать в следующем году сооружение второго энергоблока Буширской АЭС. Об этом в субботу вечером во время лекции в Тегеранском университете сообщил руководитель организации по атомной энергии Ферейдун Аббаси Давани. Он не уточнил, кто выступит в роли подрядчика. Мощность энергоблока составит 1000 мегаватт. Строительство первого энергоблока Буширской АЭС завершила российская компания «Атомстройэкспорт». Он был запущен в сентябре прошлого года. В общей сложности правительство Ирана планирует сооружение в стране 20 атомных энергоблоков. На очередном раунде переговоров по урегулированию иранской ядерной проблемы, состоявшемся на днях в Багдаде, международные посредники потребовали от Ирана прекратить обогащение урана до уровня в 20%. В июне переговорщики встретятся в Москве.